В соседнем с люберцами городе Лыткарино выявили случай заболевания бешенством дикой лисицы. Специалисты ветеринарной службы призывают граждан предпринять необходимые профилактические меры. В Люберцах эпизоотическая ситуация по бешенству остается спокойной. В последнее время в городском округе это заболевание не выявлялось. По словам специалистов, во многом это заслуга владельцев домашних животных. Люди стали осознавать, что ежегодная вакцинация – это гарантия безопасности. Те, кто у нас уже единожды побывал, оставляют свои контактные данные, мы их обзваниваем ежегодно, стараемся доносить информацию. В последнее время население стало активнее. То есть люди уже понимают, начинают, что отвечают не только за себя, за своих родственников, но и за своих питомцев. Бешенство – одно из тех заболеваний, которое несет угрозу жизни не только самому животному, но и человеку. Смертельный недуг может передаваться через укусы и рваные раны, нанесенные больным животным. В Московской области основными источниками вируса бешенства являются дикие хищники. Недавно в Лыткарине обнаружили зараженную лисицу. Это дикое животное, которое проявило в населенном пункте признаки агрессии, и охотнику пришлось ее пристрелить, это животное. И при отборе нашими специалистами были отобраны пробы, направлены в лаборатории. В лаборатории выявлено, что животное было больное. Это было бешенство. Однако для того, чтобы обезопасить себя и близких от смертельного заболевания, недостаточно делать вакцинации домашним питомцам. Сотрудники ветеринарной службы призывают соблюдать элементарные правила – не брать в руки бездомных животных и не забирать домой лесных обитателей. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.